Так, товарищи, начинаем очередное заседание кружка по диалектике. У нас с вами очень сложный переход, переход качества в количество. И мы его должны сделать не так, как делают люди, которые не знают диалектики, не понимают диалектических переходов. Не так, что, а вот теперь давайте перейдем от качества к количеству. И так можно перейти к чему угодно. Что, так сказать, заблагорассудится тому, кто переходит. А мы же изучаем, как одни понятия, более простые, переходят в более сложные. Что такое более сложное? Более сложное – это сложное из более простых. И вообще сложное – это сложное из простых. Поэтому можно, например, исходя из того, что этот переход осуществляется как бы имманентным, внутренним образом, само понятие качества в своем развитии доходит до такой стадии, до таких понятий, которые уже неотличимы от количественных. И вот тогда совершается этот переход. И тогда можно сказать, что количество – это более глубоко понятое качество. Это не так, надо понимать, что вот мы теперь бросаем качество, хотя мы к нему и перешли, и занимаемся теперь количеством. Нет. Мы занимаемся этим самым количеством более глубоко. И как бы мы делаем уже такой ход или такой шаг, который потом мы будем делать, переходя вообще от учения о бытии, ну, в общем-то, это качество, к учению о сущности. Потому что сущность есть более глубоко понятое бытие, снятое бытие. Раз снятое бытие, то оно содержит в себе бытие. Но в снятом виде. Что значит в снятом виде? То есть на поверхности отрицание бытия. Но отрицание бытия содержит в себе бытие. Потому что это не простое отрицание, а отрицание с удержанием. Как всякое диалектическое отрицание, оно не есть зряшное отрицание, пустое отрицание, отталкивание, отбрасывание. Оно есть именно снятие. Повторяю, как отрицание с удержанием. И вот. Как же получается этот переход? У нас тут есть кандидаты. Вы не хотите, Борис Николаевич, рассказать, как совершается этот переход на алгелы? Нет, не хочу. Не хотите, да? Это есть в качестве протеста или... Нет, в качестве недоосмысления этого вопроса. Ну, вы и занимаетесь, я так понимаю, тщательно, изучаете. Да, да, два раза в месяц. Понятно, то есть вы способны. Ну, мы тут все неспособны, поэтому я к кому-нибудь из неспособных обращусь. Павел Борисович. Тут, видите, вы, тут понятно, что вы за два раза так не сможете, как Борис Николаевич, но как сможете. На чем мы вот там, собственно говоря, остановились в своем движении на предыдущем занятии, вот если бы от этого оттолкнуться и пойти дальше? Мы остановились на истинно бесконечном, можно сказать, да? Да. Вот истинно бесконечное. Вот давайте. Истинно бесконечное, я думаю, что вы уже достаточно ясно представляете себе. Давайте остановимся и пойдем дальше. Истинно бесконечное – это что? Истинно бесконечное, его соотношение с конечным, реальность, идеальность в истинно бесконечном. Вот задача. Если что, нам поможет Валерий Александрович, он уже наготове. Он все уже прочитал на уголовке до конца. И для него это теперь как бы второе движение. Истинно бесконечное – это единство бесконечного и конечного момента бесконечного. Вот, Павел Борисович, это правильно то, что вы сказали? Я бы предложил немножко другую формулировку. Истинно бесконечное – это бесконечное как единство бесконечного и конечного как момент этого бесконечного. А так получается, что оно как бы из двух кусков, из двух частей. А истинно бесконечное – это одно. Вот это вот что. Иначе у нас понятно, что одно и не получится. То есть еще раз возвращаться назад. Истинно бесконечное – это бесконечное как единство с другим моментом бесконечного с конечным. Да. То есть мы тут видим оба момента – и конечное, и бесконечное. Но это моменты одного, бесконечного. Вот. Причем один… Бесконечное – это и целое, и свой собственный момент,
А конечное не целое, а тоже лишь момент. Вот эту картину во многих местах Гегель к этому возвращается, что это вообще обычное понимание и обычный вид противоречия. Вот противоречия не так напоминают, есть одна сторона, другая сторона, и значит они друг с другом борются. Так не бывает. Бывает один человек, скажем, порядочный, а в нем есть отрицательные качества, которые представляют собой отрицание того, что является положительным в этом человеке, и отрицанием тем самым человека, этого, как человека. А, скажем, если вы возьмете другого человека, подлеца или негодяя, то он как целый негодяй, но вы не будете же отрицать, что у негодяя есть недостатки. Не только недостатки есть у положительных людей, но есть и они не дотягивают до хорошего, настоящего негодяя, и обязательно они, вот где-то, не будучи непоследовательными, вляпываются и поступают в каких-то вопросах правильно. И это их недостаток. Нет, куда без добра. И тогда он, как целое, он негативный, а момент есть у него позитивный. Но этот позитивный, раз он момент, то он позволяет людям порядочно считать и этого человека тоже порядочным. Они видят, вот это он хорошо сделал, вот это хорошо сделал. Как вот такие, как Горбачев, втираются в это доверие? Потому что они правильные вещи говорят, некоторые правильные вещи делают. Дескать, и тем самым люди, которые не берут эту всю картину в целом и думают, что если человек делает хорошие поступки и не оценивают деятельность в целом или по-крупному не оценивают, они не видят, что это может быть человек подлый или изменник Родины, или предатель дела социализма, или разрушитель СССР и так далее. Поэтому вот это очень важный момент. И мы и применительно к этому вопросу о бесконечном и конечном, и применительно ко всем другим. Мы должны понимать, что всегда противоречие имеет такой вид целое. Что противоречивое? Что противоречивое? Одно, что-то противоречивое. А это противоречие, значит, в нем есть оно. Раз есть в нем его отрицание, значит, его отрицание как его момент. А раз отрицание в момент, оно борется с этим целым, и тогда целое выступает не только как целое, а как такой момент, который борется с этим отрицанием. То есть два момента борются в нем, но где они борются? В этом целом. В этом целом, которое есть вот, целое противоречие. Поэтому противоречие – это не нечто слепленное из двух кусков, не канат, на каждой стороне которого какие-то люди дергают его в ту или другую сторону, и целое только канат. Нет. Целое – это вот одна сторона, она же и целая. А другая сторона – это не отдельная сторона, а момент этого целого, но противоположный этому целому. Ну и вот вы это совершенно четко сейчас и правильно охарактеризовали. Значит, итак, истина бесконечная. Это бесконечное, в котором есть конечное, как его момент, а бесконечное выступает и как целое бесконечное, и как такой момент, который противоречит конечному, самому этому бесконечному. А как вот в этом случае формулируется понятие идеального и реального? И хорошо бы это вот объяснить это с обоснованием. Вот что здесь идеальное в этом истинно бесконечном, а что реальное? Что здесь реальное, а что идеальное? Что здесь реальное, Борис Николаевич? Вы тут у вас есть какая-то гипотеза. Пожалуйста, вы можете ее выдвинуть, эту гипотезу, и отставить ее всеми законными средствами. Я стараюсь вспомнить прошлый урок, и я только вспоминаю, что бесконечное реальное, а идеальное – это конечное. Знаете, Борис Николаевич, смотрите. Да, бесконечное. А почему бесконечное реальное? Вот это вы, как говорится, нажимаете на память, а, скажем, диалектика сводится к тому, чтобы запомнить? Конечно. Или к тому, чтобы вывести? Чтобы не запоминать, надо бы вводить. Но... а это более уже сложный процесс. Бесконечно есть бытие. Вот бесконечно есть бытие. А конечно есть отрицание. Вот оно это, это свое отрицание и проявило себя в том, что оно наконец перешло в бытие. То есть оно вот граница была, вот, граница был предел, долженствование, и вот движение отрицания закончило себя и перешло в свою противоположность снова в бытие. То есть конечное отрицательное, оно идет к своему концу и пришло к своему концу. Но оно пришло к какому концу? К концу конечному, как такое, которое как бы занимало весь мир и было вот самостоятельным объектом. Оно не пропало,
Оно не исчезло, оно есть, но где? Оно есть как отрицание истинно бесконечного в истинно бесконечном. А раз оно есть как отрицание, раз оно есть как отрицание, а бесконечное тогда есть как утверждение, а слово «реальность» у нас, ну, вспомните, если брать традицию, как реальность определялась, как противоположное отрицанию, правильно? Реальность и отрицание, как два момента. Мы качество берем как реальность, как отрицание. Да, как реальность, то есть как качество, реальность берется как позитив, правильно, как положительное. А отрицание, ну, естественно, как отрицание. Но раз у нас бесконечность сейчас позитивная, как бытие, значит, оно же, его же момент, оно же само как свой момент, это то же самое позитивное, которое противостоит негативному. А позитивное – это реальное. Значит, бесконечное – это реальное, а конечное – идеальное. А что значит идеальное вот в этом смысле? Какой смысл вот этого? Не могли бы вы прокомментировать? Какой тогда смысл есть вот в этом словоупотреблении, вот в языке, что вот оно – это вот лишь идеальное? Потому что идеальное иногда рассматривается, как оно там красивое, оно то, что к чему стремится, да? Но вот здесь вот имеется в виду, здесь даже и пишется по-другому, идею, а не идеал. Здесь имеется, но и оттенок что такой тоже есть и в русском языке. Это другого слова нет здесь, есть одно и то же. А идеаль, что это вот только идеальное, а на самом деле вот реальное, бесконечное. Бесконечное есть, а конечное, оно же вот смертно все. Оно все идет к своему концу, оно только вот есть идеальное. Вот есть, а сейчас его и не будет. Сейчас пропадет. То есть оно так вот, как будто, как бывает, мысль пришла и ушла. Скажем, человечество бесконечно, а каждый конкретный человек, он идеальный, и он привлечен к этому бесконечному, да? И момент реального, раз он момент, но он момент реального, потому что каждый человек вносит вклад в бесконечное движение всего человечества, правильно? Каждый человек. И его вклад зависит от того, что он сделает в течение всей своей жизни, очень кратко по сравнению с жизнью всего человечества. Лучшей силой проявляется. Нет, это те люди, которые специально пришли, чтобы не отвечать на сложные вопросы. А он на велосипеде в пробку стоял. Понятно. Да он сухой. И сел сзади. Понятно. Нет, Кирилл Валерьевич, вы, пожалуйста, сюда. У вас тут есть коронное место свое. Оно уже нагрето, и люди там смотрят, там дыра какая-то, а те, которые на экране, на экран смотрят, на компьютеры, они не поймут это. Так. То есть, конечно, выступает как сторона бесконечности, бесконечного, в этом смысле она идеальна, так? Да, да. Почему? Потому что она как она бытие. Раз она бытие, а слово реальное у нас изначально появилось, и так мы его употребляли, мы же не можем наоборот теперь употреблять. Вспомните движение к нечто, когда у нас есть реальность, отрицание, определенность и наличное бытие. У нас много-много-много на столе оказалось понятий сразу, и вдруг они соединились в одно, потому что определенность неотделима от наличного бытия, реальность, как мы показали, есть отрицание, в реальности есть отрицание, в отрицании есть реальность, значит, снято различие реальности и отрицания. Тем самым снято различие определенности наличного бытия. Есть, нет отдельно наличного бытия, нет отдельно отрицания, нет отдельной реальности, нет отдельной определенности, а есть лишь определенное наличное бытие, наличное сущее или нечто. И вот, если мы продолжаем эту же линию, если слово «реальность» мы закрепляем за позитивным, за положительным, так неужели вы конечному дадите что-то позитивное тому, что идет к своему концу? То есть, то, что тому, что как бы сосмертно и кто мимолетно, вы дадите имя теперь бытия, а имя, то есть реальности, а имя негативного там, отрицания тому, что вечно и бесконечно. Так также не может быть. Поэтому совершенно понятно вот это словоупотребление. Хотя вот когда первый раз это встречаешь, и вот этим отличается, между прочим, наука логики, то она все время противостоит ходячим представлениям. Все, кто читает ее, кто бы ни был, поскольку до этого они ее не читали, они нарываются постоянно на то, что они совсем наоборот представляли и неправильно понимали. И поэтому, скажем, это вот очень важное соотнесение, там, конечного и бесконечного, это существенно.
Вот, почему, например. Почему Гегель пишет здесь, что положение о том, что конечное идеально, составляет идеализм? Он как бы что имеет в виду? Ну, он так понимает, если он идеалист. А сам, просто идеализм так понимает, да? Он же идеалист. Идеалист так понимает идеализм. Поэтому здесь от него, от Гегеля ожидать правильного понимания идеализма и материализма не следует. Я думаю. Вот как раз если, как Ленин говорил, мы читаем, я пытаюсь читать его материалистически. И здесь то же самое. Вот, тут, вот в этом вопросе, вот это его заявление составляет, оно что доказывается, он просто утверждает и все. А мы следим за доказательствами, за выведениями. В этом ценность науки логики, правильно? Вот. Ну вот даже если мы возьмем рабочий класс. Рабочий класс, он вообще, он все вечен или он конечен? Конечно. Рабочий класс ставит своей задачей увековечивание деления на классы. Поскольку он передовой, чтобы мне всегда быть передовым, я, значит, буду бороться за то, чтобы увековечить деление на классы и буду оставаться передовым и осуществлять свою диктатуру. Будущее бесклассовое общество. Почему будущее? Оно и в прошлом было уже. Почему будущее? Нет. Оно было при социализме? Нет. Был не, один класс. И Ленин называл это полугосударство, а не государство, потому что есть... Общество он называл государством, Борис Николаевич, у вас путаница в голове. Полугосударство. Государство, забудьте про государство, когда вы говорите про классы, забудьте о государстве. Потому что никакого отношения к государству классы не имеет. Это государство. Ну как же, государство это орган господствующего класса. Зачем вы вообще завели речь о государстве? Классовая структура определяется чем? Положением в производстве. При чем тут государство? Окститесь. Забудьте об этом. Классовая структура в производстве. Скажите, пожалуйста, социализм это первая фаза коммунизма? Первая. Значит, это коммунизм в первой фазе? Коммунизм. Коммунизм какое общество, Борис Николаевич? Бесклассовое. Значит, это первая фаза бесклассового общества? А первая фаза предусматривает... Тихо-тихо-тихо-тихо, не надо, чтобы предусматривать. Люди предусматривают. Есть один класс, а подожди, противоположного класса нет. Подожди, не надо то этого. Есть не надо этих дополнительных, это не нужно в пустых нет. рассуждений. Очень тут очень строго и понятно. Вот коммунизм – это бесклассовое общество. Так? Социализм – это коммунизм? Коммунизм. Тихо-тихо-тихо, стоп-стоп-стоп. Тихо. Не надо добавления. Не надо добавления. Есть один класс. Борис Николаевич, не надо добавлений. Значит, итак. Коммунизм – это бесклассовое общество. Социализм – это коммунизм. То, что он не развитый, не полный, это вы все знаете. Дальше и это и мы. Классом. Это и мы все знаем. Но он коммунизм? Да. Значит, это бесклассовое общество? А можно ли так сказать, что это бесклассовое общество? Можно, значит, можно. А социализм? Может, но и нужно. Ну, а социализм-то есть же, подожди, где присутствует один класс. Борис Николаевич, вот зачем вы припутываете сюда в такую простую вещь, таких сложностей? Вот скажите, пожалуйста, незрелое яблоко – это яблоко или груша? Конечно, яблоко. Ну, а что тогда? А незрелый коммунизм? То есть, это коммунизм или? При коммунизме, Не надо этого добавления. Это не об этом мы спрашиваем. Ведущие никто... и организующие роли. Ведущая роль придумал Брежнев, чтобы она не была руководящей. Так что вы тут сразу еще тут ревизионизм добавляете. Не надо туда-то примешивать это все. Вы скажите лучше просто очень. Вот я же вас спросил. Вопрос очень простой. Социализм – это бесклассовое общество или нет? Социализм? Да. Да или нет? Тоже можно сказать, поскольку это коммунизм. Вот, я вам теперь напоминаю определение оппортунизма. Он сводит свою позицию к поправкам, к невинным пожеланиям и вьется ужом между исключающими друг друга противоположностями. Не надо виться ужом. Я для этого сюда и пришел, чтобы разобраться. Нет, не разобраться, а виться ужом между исключающими друг друга противоположностями. Вы лучше честно скажите. Вы признаете, что социализм – это коммунизм в первой фазе? Признаю полностью. Значит, вы признаете полностью, что это коммунизм? Да, признаю. Признаете вину, да? Признаете коммунизм, да? Да. Коммунизм – это бесклассовое общество? Коммунизм – бесклассовое общество. Значит, социализм – это бесклассовое общество? Ну, с отпечатками. Да я не спрашиваю, с чем. Не спрашиваю, с чем. Вот я спрашиваю. А вы говорите, вы Гавшин? Нет, говорит, я в свитере. Ну, как так можно, Борис Николаевич? Ну, как так? Ну при чем тут это? Я спрашиваю, это бесклассовое общество? Бесклассовое. А уж как это вот понимать, это так и надо понимать. А вот люди, которые это строго не понимают, начинают рассказывать, это дружественный класс. А с чего вдруг они дружественные? Ну если общество бесклассовое, то все то, что мы называем классы, классами, это уже классы.
которые это класса без класса общества, это его, они уже в отрицании находятся, они идеальные. То есть я правильно понимаю, что при социализме отпечатков нету даже отпечатки одного, есть. Одного класса? Отпечатки есть. Если, ну, у вас, класс, если у вас грязные ботинки, то ботинки все равно есть. Но они грязные. Так ботинки есть или нет? А или вот грязь это? Одна? То есть рабочего класса, когда он перестал рабочий класс существовать? Да это мы не этот вопрос обсуждаем. Нет, не надо вы нам подсовывать все время другой вопрос. Мы не обсуждаем вопрос о существовании рабочего класса, а мы говорим, что социализм является первой фазой бесклассового общества. Я правильно коммунизм понимаю, это бесклассовое общество. Я тогда правильно понимаю, что вы не согласны, что где написано было, где пролетарии всех стран соединяйтесь. Нет уже пролетарии это вы не при социализме и коммунизме. Нет, Борис Николаевич, пролетарии, конечно, нет. Пролетарии это лишенные собственности, а рабочий класс при социализме уже, он наоборот всю собственность, так сказать, взял под свой контроль, и собственность общественная. Какой же он пролетарий? Ну какой он пролетарий? О чем вы говорите? А вот пролетарии всех стран относятся к тому, что и другие должны тоже сделать социалистическую революцию и построить социализм. И соединяться в одно советское общество. Бесклассовое. А вы как понимаете? А я понимаю, а что... вы понимаете, что надо все отдать капиталистам и стать снова пролетарием? Так и произошло, между прочим. Это вы это все учинили? Я понимаю, что пролетариат, ликвидировав господствующий класс буржуазию, остался... Борис Николаевич, никак нельзя ликвидировать буржуазию. Если противоположность нельзя ликвидировать, одна противоположность осталась, а вторую ликвидировали. Как такое может быть? Так не бывает, чтобы одно ликвидировать. А Ленин не называл разы полугосударства, а вот скажите, что есть один класс, а противоположный класс. Борис Николаевич, вы путаете, еще раз повторяю, что вы путаете вопрос о положении в производстве людей с вопросом о государстве. А государство это что, область надстройки или базиса? Или экономического базиса? Вот вам говорят люди, знающие. Надстройка. Ну что у нас надстройку тянет? А государство это надстройка. А мы сейчас говорим о базисных явлениях. Как делится общество. Базисное вроде как и получается, да. Да, вот получается. А как вот Ленин из этого вышел так, диалектически? Как он где-нибудь нашли у Ленина, что социализм это классовое общество? Когда-нибудь читали? Вы много уже читали Ленина. Хоть раз его встретили? Или откуда у вас такие вот представления взялись? Ну не из Ленина же, честно признайтесь. Из Брежнева. Еще полное собрание сочинений Брежнева есть. А у нас есть, говорят, у нас одни люди считают полное собрание сочинений Ленина, другие полное собрание. Период уничтожения класса. Вот. Не период это. Период это отрезок времени, Владимир Ильич. Если мы скажем период, получается это не общество, а какой-то период. Социализм есть уничтожение. А период это может эпоха. Это уничтожение классов. Так и называется. Социализм есть уничтожение классов. Без периода. Без всякого слова период. То есть это уничтожение класса. Какое? Позитивное уничтожение. Не то, что уничтожают классы, а то, что это уже такое бесклассовое общество, в котором классы еще полностью не уничтожены. Классовые различия существуют. Классовые еще различия существуют по положению в производстве. Есть неравенство между городом и деревней, людьми физической, людьми умственного труда. Идет этот процесс. И вот этот процесс выражается словом, что социализм есть уничтожение класса. Вы видите, что социализм и классы поставлены друг по отношению к другу как противоположности. Социализм есть уничтожение класса. То есть социализм это бесклассовое общество, которое в себе уничтожает все остатки класса деления общества. А вы как понимали? А вы как понимали, как классовое общество, которое все остатки коммунизма, что ли, уничтожает, или остатки равенства уничтожает? Так это сейчас и есть. Вы человек современный, мы отсталые, конечно. Я понимал, что Ленин и сейчас живее всех живых и пролетарий, всех стран соединяйтесь, это вечное. Поменяйте какие-то понятия. Почему? Не надо примешивать то, к чему... А пролетарий всех стран соединяйтесь, это кто? Это чье изобретение? Это лозунг. Чей это не изобретение, это лозунг к этому вопросу, не имеющий никакого отношения. Это вопрос о том, как должны соотноситься друг с другом пролетарии разных стран. Мы этот вопрос обсуждаем. Мы о странах вообще ничего не думаем. Мы думаем сейчас об обществе социалистическом, что это такое. Какое это общество, классовое или бесклассовое? И вы ответите теперь после всех этих рассуждений, какое это общество? Бесклассовое. Ну, слава Богу. Вот без Бога все равно ничего не сделаешь. Никакой ни марксизм, ни диалектику не научишь. Нет, все, убедили. Рабочего класса нет.
Как особого класса, конечно. Класса нет. Как класс. Но он есть. Рабочий, но он есть. Например. Но он есть как находящийся. Прихождение. Только так. И нет, именно восстановление. Восстановление. Там же и момент возникновения тоже есть. Конечно. Вы это увидите не прихожу. Вот вы выражаете момент возникновения. Да, снова. А в главном вообще должен быть момент прихождения в этом становлении. Конечно, в становлении есть оба момента, от них никак не уберешься. Так, ну хорошо. Значит, что у нас получилось? Поэтому вот это исчезающее, вот то, что мы... Да, хорошо. И уйдете, пришли оппортунистом, уйдете марксистом. Прошли перековку. Перековали. Вот пусть тебе кто-нибудь скажет, что это вредно заходить на занятия по новокрылогии. Полезно. Ну вот мы сейчас проиллюстрировали, что значит вот эта идеальность. Это значит, вот наличие класса – это уже идеальный момент. Потому что это класс, между прочим, по своей природе. Конечно. Это тот класс конечный, который, смысл деятельности которого и цель которого – уничтожить классы полностью. Поэтому он уже, главное, уничтожил, он уничтожил различие по собственности. Средством производства. Отношение к средствам производства уже уничтожил. Он уничтожил эксплуатацию. В области государства вообще он всем равные права предоставил. Там и мужчинам, и женщинам, и классам. И, между прочим, не только права, но еще и реализацию этих прав обеспечил. В отличие от нынешнего времени, когда говорят, у вас есть право на жилье. Вот вы можете подойти к любому бомжу, который в картонном ящике сидит, и сказать, что у вас есть право на жилье. Право у него есть, у него жилья нет. А сейчас у нас получается право на жилье. Широко процветает во всех областях. То есть, короче говоря, значит, если мы берем вопрос о вот, названиях, то, вот, конечно, это идеально в этом смысле. Это тот класс, про который не надо беспокоиться, что он увековечит свое господство. Потому что весь смысл деятельности рабочего класса, его интересы состоят в том, чтобы перестать быть особым классом, а превратить в работников все общество и себя в том числе. Не будет различий между классами, все будут работниками. Так написано в «Государстве революции», которое вы пытались цитировать. Так ведь, да? Все будут работниками. И все. А поскольку еще процесс полного уничтожения классов не завершен, приходится еще пока говорить об этом. Но говорить надо вот в отрицательном смысле. Можно в положительном смысле говорить, что это просто коммунизм. А вот Ленин этого отмечал, что вот это прихождение, что классы приходящие, что социализм есть уничтожение классов. Или классы уничтожат социализм, или в процессе вот движения социализма будут уничтожены классы. И с этим связана роль рабочего класса. Если рабочий класс потеряет свое политическое господство и будет все оглядываться на пролетарии всех стран, соединяйся, а не того, что делать в своей стране, с кем он будет соединяться, если он потерял власть? Сейчас он будет соединяться, чтобы опять завоевать свою власть. Уже он соединялся. У нас же было уже движение «Руки прочь от Советской России». Было? Ну, теперь пусть снова соединяется. А он задачу свою, так сказать, один раз решил, а теперь надо ему второй раз решать эту же самую задачу. А социализм просуществовал до какого года? А? До какого года социализм просуществовал? Как до какого? А вы как считаете? В экономике или в политике? До такого же года, Борис Николаевич, до какого просуществовал коммунизм? До какого? До какого? Я представлял, что это... Только отступили до 36-го года. До 36-го? Да. Нет, как раз. А вот... Ну, тогда до 61-го, до 22-го съезда, когда отказались от диктатуры пролетариата. А потом он находился в процессе прихождения. Борис Николаевич, становление. Вы знаете, что такое прихождение? Значит, вот прихождение есть убеждение, что от переходный период от социализма к капитализму. Вот чтобы у меня вот на полочкам разложить. Значит, до 61-го года, 22-го съезда, все-таки была диктатура пролетариата, так, которая отказалась. Причем тут диктатура пролетариата? Ну, то есть был пролетариат, если диктатура пролетариата была. Мы сейчас с вами обсуждаем, до какого периода был коммунизм. Мы же о коммунизме говорим. Хорошо. Ну, давайте так попробуем. Коммунизм когда был построен в России? В конце 20-х годов. В середине 30-х. Ну почему в конце 20-х? В конце 20-х, вот сколько раз мы про планы говорили, что это вот планы, нужны планы для социализма. А план появился только в первый пятилетний план в 28-м году. Хорошо. Съезд победителей назывался. Хорошо. Середина 30-х. И просуществовал до 61-го года, пока не отказались на 22-м съезде от диктатуры пролетариата. Но это мало.
это очень много отказались. Нет, но не очень много отказались. Если диктатура пролетариата была, пролетариат был. Вы опять о диктатуре пролетариата. Это значит, вы не понимаете, что такое диктатура пролетариата? Не читали это у Ленина? Потому что у Ленина объясняет, что означает диктатура пролетариата. Это не диктатура. Там никакого отношения к пролетариату нету. Там говорится, что это научное, латинское, историко-философское выражение. Для вас, говорится, означает вот что, что только определенный класс. Какой? Городские, фабрично-заводские. И вообще промышленные рабочие. Промышленные рабочие в состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых во всей борьбе за полное уничтожение классов. Вот это слово пролетариат тут нашли? Нет. Это название. Красные чернила какого цвета, Борис Николаевич? Красные чернила какого цвета? Красного. Но вот по мнению Бориса Николаевича, они черного. Расчернила. Диктатура пролетариата это пролетариата диктатура или это диктатура рабочего класса? Рабочего класса. Пока он пролетариат, нет его диктатуры. Как только он началась его диктатура, он уже не пролетариат. В этом смысле. Он уже господствующий класс. Какой же он пролетариат? Он господин. А вы его... В 61-м году у нас на Застаром съезде отказались от господина. Да, от господина перестали. И тогда сразу пошел, потому что без диктатуры пролетариата этот процесс не идет. Он не может пойти без диктатуры пролетариата. И он просто перестал идти. Не потому, что диктатура пролетариата это и есть социализм, а потому что эта диктатура пролетариата нужна для того, чтобы социализм перерастал в полный коммунизм. А он не полный коммунизм. Вот тот, кто отказался от диктатуры пролетариата или добился того, что отказался от этого партии, он остановил перерастание социализма, который есть коммунизм, не полный. Коммунизм полный. И включил, так сказать, обратный ход. Назад. Потому что без диктатуры пролетариата, как это у Ленина доказано, двигаться вперед по пути уничтожения классов невозможно. Потому что если один класс теряет свою диктатуру, то тогда приходит другой класс, противоположный. А какой класс противоположный рабочему классу? Противоположный класс тогда быстро создается. Какой? Буржуазия. Вот и все. Переходный период от социализма к капитализму. Да, переходный период начался от социализма к капитализму. И длился он 30 лет. 30 лет, 60 лет. Можно сказать, что многоукладная экономика уже во второй половине 80-х появилась. Помните эти кооператоры. Потом, то есть и мелкий товар, и капиталистический. Нет, фарцовщиков еще нет, когда вот капитализм. Да это мелочи, а когда уже государство, Виктор Иванович, это по-мелкому, а вот по-крупному, как только государство перестало быть государством диктатуры пролетариата, то сразу же государственная собственность перестала быть формой общественной собственности. А раз она перестала быть формой общественной собственности, она стала частной собственностью вот класса людей, которые держат непосредственно, не вполне оформленного. Которые не оформили в начале 90-х. Да. А потом она оформилась. Нет, в начале 90-х наш класс, так сказать, новоявленной буржуазии, решил, что эта коллективная частная собственность ему не подходит. Надо ее разделить, в отличие от Белоруссии, где сохранилась общая государственная собственность, и она частная собственность капиталистического класса Белоруссии. А у нас эта частная собственность только в отдельных корпорациях проявляет себя. Да и то в таких довольно извращенных формах, когда все стараются зарплату туда забить в издержки, чтобы осталась маленькая прибыль, которая пойдет государству. Зарплату ведь я могу отправить куда? На издержки, да? Так, Виктор Иванович, зарплата. Ну вот, поэтому если я сделаю 17 миллионов, как в Роснефти, или 15 миллионов в месяц у членов правления, скажем, Газпрома, 15 миллионов, или 5 миллионов, как в РЖД, в месяц, значит, оно же организовано как ОАО, как бы оно на равных конкурирует с другими частными предприятиями. Ну и просто прибыль уменьшается, а вы потом от прибыли полностью получите государство. Соответствующий процент. Только прибыль маленькая будет. Или вообще не будет. И махинаций никаких, и все по закону. Все по закону здесь. Так, ну вот, так что, как я возвращаюсь к этому. Даже вот рабочий класс, который осуществляет свою диктатуру, он все равно относится, и государство, диктатура пролетариата, относится к чему? К идеальному или к реальному? А? К идеальному. Не конечное. Как конечное? Нет, вот я думаю, что диктатура пролетариата относится скорее к реальному.
То есть бесконечная. Она. Но как отрицание отрицания. Как отрицание отрицания. Диктатура-то. Сам рабочий класс, он идеальный, в том смысле, что он подлежит исчезновению. А диктатура пролетариата, она противоположна делению общества на классы. И в этом смысле она принадлежит бесконечно. И вот, например, в чем позиция Ленина отличается от позиции Бухарина. Бухарин в «Государстве революции» пишет, пролетариат уничтожает деление на классы и вбивает осиновый кол в могилу государства. То есть для него, для Бухарина, диктатура пролетариата – это нечто отрицательное. Хотя осиновый кол убил Никита Сергеевич Хрущев. А Николай Иванович? Чего? Бухарин. Николай Иванович, если вот он его теоретически вбил, а Хрущев практически вбил. То есть это все одна линия. Бухаринская, это правая оппозиция и правый уклон ВКПБ. Вот он правый уклон ВКПБ себя и проявил, как правый уклон КПСС. В конце концов, снова. Не все там преемники. Так вот, смысл-то государства, что это отрицание деления на классы. Смысл диктатуры пролетариата. Поэтому диктатура пролетариата по форме, она как бы имеет такое же позитивное значение, как коммунизм. Но коммунизм непосредственно позитивное значение имеет, а государство имеет только позитивное, как отрицание. С уничтожением отрицательных явлений, в том числе в результате деятельности государства, и не только в результате деятельности государства, потому что одним государством вы не продвинетесь до полного уничтожения классов. Вот с уничтожением отрицательных явлений государство отмирает, засыпает. Оно как бы вот превращается, сходит на нет. А что значит на нет? Но она... А нет, это оно превращается, оно уже общественное самоуправление, потому что рабочий класс, большинство общества уже управляет. Оно превращается просто в общественное коммунистическое самоуправление. В этом смысле оно уже не государство. Тут нет насилия над людьми. А насилие над людьми в первой фазе коммунизма необходимо. Над какими людьми? Над теми людьми, которые хотят вернуть человечество вспять. Над теми людьми, которые хотят отнять у трудящихся, это величайшее завоевание, социальное равенство, и бросить их в нищету и в социальное неравенство. Поэтому диктатура пролетариата принадлежит, так сказать, вот к этому самому бесконечному, хотя она сама по себе, с точки зрения временного отрезка, она, конечно, не бесконечна, а с точки зрения принадлежности вот к реальному, она к реальности коммунизма принадлежит. Но только на первой фазе, а на второй фазе ее нету. Товарищи, продолжаем. Значит, мы вот этот вопрос один рассмотрели, потому что когда мы говорим об идеальном, то это применимо к таким очень крупным категориям, вот там, к целому классу. Некоторые кажутся, вот, значит, люди, там, коммунисты, все, весь упор делают на рабочий класс, они говорят, что для них и рабочий класс вечный, наоборот, для коммунистов рабочий класс не вечный, наоборот, и для рабочего класса он сам не вечный. Весь смысл деятельности рабочего класса в политической области и в экономической области состоит в полном уничтожении классов. После построения первой фазы коммунизма, вот переходный период, его деятельность состоит в том, чтобы создать общественную собственность на средства производства и уничтожить деление общества на эксплуататорский и неэксплуататорский класс. Вот это уже сделано, переходный период. Скажем, в Китае это не сделано и не скоро будет сделано. На Кубе было сделано. А потом вдруг после отхода Кастро от дел, миллион появилось самозанятых по решению, так сказать, государства. А что такое миллион самозанятых? Это красивое название для мелкой буржуазии. Появился класс мелкой буржуазии. Если появляется класс мелкой буржуазии, значит Куба ушла в переходный период. И она стала ближе там нашему государству нынешнему. Да, и контакты усилились сразу. От кого до кого переходный период? То есть положительно не работает. Переходный период, переходный период – это становление. А в становлении, Владимир Ильич, есть два момента. Возникновение и прихождение. Не бывает такого становления, где было бы. Вот какой там момент берет верх? Вот это требует специального изучения. И я вот не взялся бы говорить. Потому что если это дальше так пойдет, что мы будем создавать целые классы, идя назад, то это будет переходный период капитализма. Капитализм. Да. Но пока это можно рассматривать как момент. Потому что в переходный период существует и возникновение, и прихождение. Тут вот в этот период
прихождение взяло на какой-то момент верх, но если оно будет постоянно брать верх, то, конечно, все это вернется на круги своя. То, что мы наблюдаем там в России. Где показало бесклассовое общество свою жизнеспособность? А? В СССР. Тоже все рухнуло. Пришел предатель. Как все рухнуло. А вы забыли? Пришел, как все. Как это рухнуло, Борис Николаевич? Вот еще раз. Я вас возвращаю к цифрам и к годам. Сколько лет длился переходный период от капитализма к коммунизму? От капитализма к коммунизму? Да. Ну, 20 лет. Ну, почему 20? Отнимите от 36 17. 11. От 35 17. Отнимите, сколько будет? Почему 20? Ну, отнимите. Ну, 20, меньше 20. Ну, а вы не можете, что ли, цифру назвать? Ну, 17. От 35 отнять 17. Сколько будет? Ну, 18. 18 лет. Значит, переходный период. Строительство социализма. Строительство социализма. Целого нового. Строительство коммунизма. Поскольку социализм дальнейшая база. Заняло 18 лет. А сколько нужно было потратить внутренним и международным силам, которые боролись с социализмом в СССР, лет, чтобы от коммунизма увести СССР к капитализму? Сколько лет? Вы же сказали. 25. 30. Ну как вы считаете? Вы в каком? Ну, с 36 по 61. Когда 60? Я еще раз. Уже увидел. Ну вопрос, слушайте, вы внимательно слушаете, нет? Еще раз. Сколько понадобилось внутренним и международным контрреволюционным антисоциалистическим силам на то, чтобы разрушить коммунизм в СССР и привести к капитализму? Ну, 61 по 91. Так отнимите от 91 61, и сколько будет? 61, 91, 30 лет. Ну, так почему вы, когда идет речь идет о создании социализма, вам это не кажется мгновением, что вот, так сказать, 18 лет, а 30 лет, которые почти в два раза больше, вам кажется, о, раз он развалился. Вот так сейчас и представляете. Вы с чего голосу тут вот выступаете, что он сам развалился? Хотят представить, что это социализм такой строй, который сам разваливается. Вам кажется, что это мало? 30 лет. Я после этих занятий хочу начиниться так, чтобы очень уверенность и сила была в этом плане. Поэтому не стесняюсь задавать вот такие... Ну, так вы уверены, так вы уверены в том, что не сам он рухнул, а его разрушали? Конечно. И он долго очень стоял. И даже можно даже сказать, что и сейчас вы наблюдаете некоторые явления, которые, так сказать, ну как бы капитализму и не присущи. То есть имеются отпечатки вообще социализма, конечно, на нынешнем капитализме? А? Следы имеются. Поэтому как вот и не истребляя, не очень получается. И даже вот на той же самой Украине, как вот сейчас пишут, там всякие попытки делаются все переименовать. Не получается переименовывать. Не хотят, упираются люди, причем на местном уровне изо всех сил. А закон уже принял и так далее. Ну потому что есть, так сказать, определенная уже основа, историческая практика определенная. И так просто ее быстро не поломаешь. И тем, чем дальше туда люди углубляются, в эту ломку, тем больше они получают своих противников. Чтобы Войковскую не переименовать, 54% москвичей высказались за оставление названия Войковская. Ну, такая это же, если 54% при капитализме выступили, да, за то, чтобы не переименовывать, это о многом говорит. Сколько лет уже тоже прошло. Ну вот, значит, короче говоря, вот мы с вами эту категорию истинного, бесконечного рассмотрели, разобрали. И теперь, значит, чем характеризовалось конечное? Конечное, помните, Павел Борисович, конечное это что? Идеальное. По определениях. Нет, по определению конечного. Это нечто со своей монетной границей. Вот, нечто со своей монетной границей. Это ограниченное, конечно. А у бесконечного есть граница? Нету. А если бесконечно. А определенность есть, а границы нет? А раз нет границы, что-то есть, кроме бесконечного, теперь у нас? Раз конечный – это момент бесконечного, то есть это противоположное бесконечное, она тоже в нем. Есть что-нибудь у нас на столе, так сказать, которое мы разглядываем на рассмотрении? Есть какая-то категория, которая противостоит этому бесконечному за рамками бесконечного? И вообще, как можно говорить за рамками, если нет границы? То есть даже не о чем даже говорить. Не может, нет ничего другого. А раз нет ничего другого, для чего это бесконечное? Можно сказать, что оно для себя, а если какой-нибудь
момент бытия для иного. Помните, как в нечто было? Есть в себе бытие, есть бытие для иного. Есть иное? Кроме этого бесконечного, иное есть? Нету. Но если нет иного, значит, это для кого? Для чего? Для себя. Значит, это для себя бытие. Александр закашлялся от такого слова для себя бытие, потому что у нас двумя черточками пишется. Для себя бытие. А раз это для себя бытие, то есть оно есть только вот это для себя бытие, и ничего, кроме для себя бытия, нет. Вот так разглядывают, что у нас есть нечто, есть иное, есть граница, есть определенность, но границы нет. А почему все-таки вы пишете, что бытие для себя, качественное бытие завершено? Вот оно в этом смысле и завершено. А что вы еще будете? А определенность же есть. Но она сама есть, эта определенность фактически, она в нем самом. Ну вот и все. Вот она в нем. Я некуда ему развиваться этой определенностью больше. Качественное, то есть определенное. У вас было бытие определенное, а теперь не определенное бытие, а бытие, в котором есть определенность. Определенное наличное бытие – это нечто. А в этом смысле оно завершено. Потому что эта определенность качеством как бы не становится, или что? Не. Она не становится качеством. А что такое качество? Вспомните. Определенно взято и изолировано. Ну как вы теперь ее возьмете изолированно, когда все попытки брать ее изолированно завершились. Уже на нем уже момент. У нас идеально, да. А идеально – это уже вместе. Да, уже изолировано. Ну как вы можете взять изолированно, когда здесь все уже вобрано? В это самое бесконечное. И в этом смысле это для себя бытие. Вот это такой очень важный этап, который нужен для осмысления того, что тут нет бытия для иного. Это для и себя бытие. Все-таки логический переход такой, что мы вот рассмотрели идеальное и реальное, и теперь рассматриваем опять. Ну, рассматриваем реальное и пытаемся найти бытие для иного. Так? Мы не пытаемся, мы просто уже. Почему мы начали говорить про бытие для иного? Я понимаю, что многие так, в общем, пишут, что бытие для иного, а иного нету. Мы рефлектировали в самого себя. Мы в определенную сторону, мы и есть. Нету, да. И нету. Получилось, что вот оно бытие для себя. Это понятно. Но почему мы пытались ухватить это бытие для иного? Почему эту категорию начали рассматривать? Потому что мы, когда двигаемся, значит, вот мы все, вся эта дорога для себя бытие была связана с этим иным, со вторым. И мы еще к этому не привыкли, мы пытаемся снова, так сказать, вроде сделать то же самое, выйти за границу, а границы нет. Ну, бесконечное как-то изменяется, бесконечное вроде куда-то движется, как? А у нас такое движение было сейчас в последнее время. Конечное двигалось через свою границу, да? Мы уже к этому привыкли. Двигалось, долженствование, за предел, долженствование, такая дурная бесконечность, истинная бесконечность. И, наконец, вот мы получили, что уже дальше нету никакого иного, к которому можно двинуться. Нет никакого иного. Раз нет никакого иного, значит, не может быть ничего иного, кроме как для себя бытие. Есть только для себя бытие, а иного вовсе нет. Нет иного. Поэтому нет бытия для иного. Поэтому есть только бытие для себя. Правильно? И не может быть. Вот мы это осознаем сейчас. Мы сейчас не переходим, а мы осознаем, что вот эта истина бесконечная. Переход скорее у нас в голове происходит сейчас. Мы осознаем, что истина бесконечная – это для себя бытие. Согласны? Ну вот, а раз для себя бытие, то дальше делается тот же самый переход, который тоже не связан ни с каким движением. Что если это для себя бытие, то есть только одно. Одно. Не очень понятно. А что, ребят, нет ничего другого? Другого нет ничего. Одно. Все. Одно. Мы как бы ввели новую категорию. Да мы ничего не вводили. Как мы можем вводить? Мы же видели, что ничего нет. Вы что, не видите, что ничего другого нет? Мы это увидели еще и когда бесконечность разглядывали. Это вы увидели, а мы тогда еще не увидели. Это ты вперед спешил. Там так было и то, и то. Все время было. Пока была граница, Кирилл Ильич, граница не истлела до такой степени, что она превратилась просто в определенность, потому что конечное вошло в бесконечное. И нет этой границы теперь. Все. Есть конечное, как момент бесконечного. Само конечное теперь играет роль определенности. Конечное. А никакой отдельной еще границы, которая была бы такой определенностью, которая соединяла и разделяла что? Два нечто. Два нету теперь. А раз нет два, Кирилл Ильич, скажите, что тогда есть?
если даже два нет. Ну что вы скажете, как математик? Вы должны сказать, а Челтун все-таки не хочет говорить. Ну ничего, мы найдем средства. Что у нас есть? Кипяток есть? Да, счет на клей. С чем у нас? Как нам надо вытянуть ответ? Да. Вот Гегель пишет, значит, для себя бытие есть совершенно абстрактная граница самого себя. Одно. Да? То есть, если у него есть определенность, он сам себе граница. Раз для себя бытие. Все в одном. Все одно. То есть, если конечное нечто с границей, а здесь получается граница. То есть сначала мы еще когда доводили до конца вроде бы это, вот наконец вы получили законченную, как мы сказали, картину бесконечного. А законченную картину бесконечного получить нельзя. Потому что бесконечное не имеет границ. И остается только вот абстрактная такая определенность, которая есть такая граница, которая есть отрицание границы. Так? Вот какая тут определенность, которая в отрицании находится. А поэтому нет никакой такой границы, через которую можно было бы переступать. Если бы можно было бы переступать, мы вернулись бы снова к должноствованию. Не через что тут переступать. То есть есть такая граница, которая есть безразличная граница, так сказать. Идет, с одной стороны, идет какое-то изменение, а граница остается. И это не граница, а просто определенность, то есть граница с отрицанием. Не, она уже не может быть снова, так сказать, быть границей, потому что уже отрицание состоялось, границы. Поэтому есть вот это одно. Значит, вот к чему дело приходит? Дело приходит к такому изменению, которое бы нельзя было, которое было бы изменением без изменения качества. Качество меняется, качество — это переход к другому нечто. А тут никакого изменения качества не происходит. Если идет изменение без изменения качества, это что? Количество. Количество. Вот мы и совершили переход к количеству. Что и было, непонятно, и являлось. Количество. А? Непонятно это. Все, наверное, понятно, кроме меня. Нет, то, что вам непонятно, это как раз понятно. Значит, еще раз. А теперь скажите, что вам непонятно. Значит, давайте про изменения, о чем мы начали говорить. Изменение – это равенство с собой и неравенство с собой. Оно, да. Вот здесь, где оно, да. Изменение. То есть, ну, понятно, там любое нечто у нас… Дело в том, что если раньше неравенство с собой, здесь мы можем попытаться применить категорию изменения, но она уже не может в том виде быть применена, потому что нет другого иного. Ведь это было не просто равенство с собой и неравенство с собой, а равенство было бытие для иного там было, да? Да. Ну, а где иного? Нету. Поэтому у него это не равенство с собой, опять же, сидит в этом равенстве с собой. Поэтому здесь нету этого иного, второго, поэтому здесь выход, нету выхода за границу. Он все время остается в этой же границе. То есть есть тут переход. Но переход чего к чему? Переход есть? Не знаю пока. Я а что тут не знать? Нет. У вас что, как? Как куда? Ну, если вы... Вперед. Ну, как только... Вот вперед, вот и совершился переход. Значит, вот ваше истинно бесконечное перешло без всякой границы, без перехода через границу, за отсутствием границы, перешло, вам туда демонстрируют, перешло в для себя бытие. А для себя бытие тоже без всякого перехода через границу, потому что нет этой границы, перешло в одно. Потому что другого, как вы начали просто на него глядеть и осмысливать. Это так про одно понятно. Давайте дальше, куда все перешло. Не так, что не надо. Нам не, не надо. Мы уже про количество тут начали рассказывать. Как это не надо? Не надо. Потому что одно этого хватит на это занятие. Вы хотите, чтобы сразу голову, что ли, лопнули? А, вы сказали про количество, я ничего не сказал. Понял. Да. Это, а как всегда, надо какую-то затравку дать. Одно это и есть количество. Я вот вас прошу, это одно это количество, нет? Не знаю пока. Как это вы не знаете? Вы не знаете, что одно это количество? Ну, вы даете. А что вы думаете про одно? Вот все знают, что одно это количество. У меня внучка есть, говорит, оно. Она говорит одно, и она различает одно или два. А вы, вот, кандидат технических наук, и говорите, я не знаю, это количество или не количество. Если вы много знаете про количество, значит, что вы про одно не знаете? А это вот, что есть принципиальная качественная разница между 1, 2, 3, 10, 15, как вы считаете? Если есть одно, то есть и два. Они чем-нибудь отличаются? Нет. А одно отличается? Вот первое одно, второе одно, третье одно, четвертое, десятое, сотое, миллионное. Чем-нибудь отличается? Нет. Значит, если вы знаете одно,
Поскольку нет тут выхода за границу. А откуда еще одно появляется? Это одно и то же одно, и другое одно. Что это такое вообще? Почему они рядом на вами достали друг? А потому что нет границы, они высыпаются сами. Кирилл Олегович, когда у вас сказала граница были, вы до краев доложили эти яйца, они тут все вываливаются, но не разбиваются. Нету границы. Вот это надо осознать. Нет границы. А раз нет границы, то это одно не может удержаться. Оно же само же выходит за себя или нет? Ну, до сих пор вас все время устраивало, что каждая категория выходит за себя. Вас устраивало это? Скажите честно только. Пусть, вам даже выходит, это, вот я, вам это даже нравилось. За себя и приходит в себя. Тихо. Нет, нет, никогда не приходит в себя. Как и приходит это? В другую если категорию. Бесконечная. Нет, подожди. Мы когда брали, не надо. Вот мы брали с чистого бытия, начинали, и каждый раз из чистого бытия выходило из себя и приходило там в чистого было ничто. Куда выходить. А тут уже некуда выходить, бесконечное у нас только. А вы уже так разогнались, Кирилл Ильич, что остановиться не можете. Мысль у вас уже разогналась так, что она, потому что все время меняется, все время категория выходит из себя. Но при этом, выходя из себя, вот когда вы поэтому попали в такую ситуацию, вы не можете это, вот этот момент выхода из себя куда-то деть, он все время есть. Но этот выход из себя в то же время связан с возвращением к себе. Отсюда, между прочим, и категория развития. У Гегеля вот вы категорию развития практически не найдете. Вот вы прочитали науку Лотта? Все? Видели там категорию развития? Так? Не особенно. Потому что это движение от себя к себе. Вот это движение от себя к себе, оно все время есть. Потому что такое мысли у Гегеля, в отличие от вот того, как вы представляете, что что-то будет просто в покое находиться, у него такой мысли нет вообще. А у вас откуда такая мысль взялась? Как у диалектика. Такая бесконечность. Бесконечность, что произошло, непонятно. Как что, она дальше разделяется? Она дальше? Она там бесконечность и все. Нет, неправильно. Она для себя бытие. Вот вы, как вам есть куда идти. Вы для себя живете, для себя все развиваете, все для дома, для семьи. А у бесконечности некуда себя идти. Она нет, тоже она для себя. Выходит и снова опять в себе. И да, все и все к себе, все домой, дом. Как и вы. Дом, как и вы. Так где вам еще понятно? Одно? Так мы от одного вернулись. Да нет, как в какой семье? Вы что, у вас две семьи? Что ли? Что-то я уже начинаю подозревать. Зачем? Вам для того, чтобы все время все в семью, опять все сюда, и сюда, и сюда. Что тут такое удивительное? Так в том-то и получается, что я правильно, прекрасно. У вас сколько детей? Трое? У вас трое детей? Да. Ну так это бесконечно же. Сколько бы вы ни приносили, это все мало будет. Что, непонятно, что тут понимать? Тут с одним-то намучаешься, а тут три. Это с ума сойти? Ну. И вы еще думаете, куда это, куда, как куда? Что, все сюда, сюда, сюда. И все идет развитие, развитие, развитие. А что такое развитие? Движение простого, сложного. Ну вот и все. Да. Ну вот движение от себя. Ну, это короче. Короче, движение от себя к себе. Но вот именно не от простого к сложному, а от простого к сложному сам. Нет, вы, это вот вы как-то вот от какого к какому это вы. Я говорю, что правильно не от, а именно простого к сложному. А сам еще проще. Простой, а еще проще. Себе. А еще проще от себя к себе. Ну, то есть куда еще надо уточнить? Но вообще движение это форма движения от себя, вид движения от себя к себе. Не переход от, а вот всякий переходный период, это переход от нечто к иному. От капитализма к коммунизму, от коммунизма к капитализму. А если вы берете этот отрезок с 36 по 61, да, это движение. И вот это, между прочим, вместо того, чтобы называть движение от себя к себе, опять что, строительство социализма. Уже построили опять строительство вместо развития. А развитие, между прочим, надо было обратить внимание на вот эти негативные моменты, и с ними бороться. А они, так сказать, как бы на солнечной стороне оказались, такие как Хрущев и Хрущевщина. А они и есть, так сказать, противники социализма в самом социализме. Он не должен переходить в другое. Нам, видите, вот сидели люди, им объявил Хрущев, что будет через 10 лет первая фаза коммунизма. Потом еще через 10 лет вторая фаза коммунизма. А на самом деле коммунизм был 36-го года. И столько было людей, которые вроде бы считалось, а, диалектику изучали, б, как бы Ленина считали, государственные, Маркса, критика Годской программы, была высшая партийная школа. Была Академия общественных наук при ЦК КПСС. Чего не хватало? Гегеля. Но вот все-таки, ведь тезис о том, что бытие опережает сознание, это уверен?
Вот получается, что если все уже отказались... Я опережаю сознание, откуда вы это взяли? Вот, ну, может быть, я неправильно сформулировал. Если все отказались на 22-м съезде... Есть у Энгельса такое вот замечание, что в силу отставания сознания вот, бытия, это есть. Да, отставание... Ну вот скажите, пожалуйста, что вообще приводит в движение общественного развития? Производительные силы. Производительные силы. Они когда-нибудь останавливаются, как вы говорили? Вот мы с вами остановились, все обсуждаем, думаем. А производительные силы ждут, когда мы решим эту проблему, или они развиваются сейчас? Мы думаем, социализм будет, а капитализм, как все это понимать. А производительные силы сейчас развиваются? Развиваются. Развиваются. Вот они развиваются, начиная, как говорится, с момента возникновения человечества, и всегда они развиваются, развиваются, развиваются. И от них отстает и не только сознание, от них отстает и... Между прочим, и базисные отношения, еще и производственные. Вот. Да. Получается, что когда уже отказались на 22-м съезде от диктатуры пролетариата, значит, уже где-то в бытие это уже было, да, где-то? Конечно. Конечно. Ростки вовсю. Конечно. То есть, это просто на одном месте. Эти ростки... Вычеркнули строчку, и социализм пропал. Это где-то уже в производстве, вы читали мою книгу «Планеры разрешения противоречий»? Развитие социализма, фаза коммунизма. Вот я там пытался доказать, что при социализме есть противоположные тенденции, которые, если их с ними не бороться, они разрушат социализм. Вот. И когда я это успешно доказал, я получил докторскую, он и рухнул. Чего ты забыл? Вот ты главный виновник. Скрыли. Вот я думаю, насколько полезнее... И приятнее здесь находиться, чем мои коллеги в Москве на концерте находятся по случаю Дня милиции. Здесь полезнее и приятнее. Конечно, тут вас критикуют, а там их хвалят. Под музыку. Спасибо, Михаил Васильевич.